Сегодня выездной брифинг службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан прошел в Кызыл-Арте. Аким области Нурлыбек Налибаев рассказал о социально-экономическом развитии региона, ответил на вопросы представителей СМИ. По итогам 10 месяцев к социально-экономическому развитию области сохранена положительная тенденция. Регион занимает первое место по республике по всем основным макроэкономическим показателям. На сегодняшний день бюджет области превысил 744 миллиарда тенге. Наблюдается рост в промышленном производстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве. Аким области в своем докладе охватил и сферы занятости, энергетики, коммунального хозяйства, инфраструктуры, строительства. Немало было вопросов и от журналистов. Представители республиканских СМИ свои вопросы задавали через платформу Zoom. Подробный материал о брифинге мы предложим в наших следующих выпусках.